Друзья, сегодня мы находимся с вами в районе Верхневеселое. Рассмотрим жилой комплекс Черешня. Вот такой вот дом. Дом сдан. Самое что интересно, здесь действительно дешевые цены. Но вот такие вот цены по 52 тысячи рублей. Есть акционные две квартиры по 57 и по 59. Есть хорошие видовые квартиры, которые смотрят на горы. Здесь у нас статус квартиры, все центральные коммуникации, кроме канализации. Здесь будет лос. А ценообразование здесь соответствует этому месту, потому что находимся мы на возвышенности. Где-то порядка 3,5 километров от моря, 2,5 километра от улицы Каспийской мы сюда поднимались. Поэтому давайте мы... Нет, предвзято. Посмотрим, действительно ли этот дом стоит этих денег. На первом этаже будет у нас коммерция. Скорее всего, будет это магазин продукты. А здесь проходит улица оживленная. То есть здесь проходит маршрутный транспорт. Ну, давайте поднимемся, посмотрим, какое качество отделки. И рассмотрим несколько квартир. Друзья, ну вот поднялись мы на второй этаж. Жилой, да, но... Здесь есть непроданные квартиры, но по такой же цене, как и на третьем, на четвертом, поэтому мы с вами поднимемся лучше на третий и четвертый этаж. Двери пока что еще не установили, ведутся работы по укладке плитки, рабочие присутствуют. Давайте поднимемся с вами на третий этаж и посмотрим вот такую вот первую у нас квартиру. Это у нас студия. Вот такой вот формы. Интересный здесь балкон. 26,6 квадратных метров. Вот такая вот площадь квартиры. Балкон вот такой вот формы имеет. Ну, самое интересное, что здесь вот такой вот действительно классный вид. Вид мне очень нравится здесь. Эта квартира стоит 1 570 000 рублей. То есть обычная такая студия. По 60 тысяч за квадрат. Это не дешевая цена для этого района. Не очень здесь удачные планировки, я бы сказал. И, конечно же, вас интересует акционная квартира. Посмотрите, уже положили плитку. Мы с вами зайдем вот в эту площадь. 24,1 квадратный метр. Непонятной площади, что здесь вот, скорее всего, можно установить кухню без окна. Здесь у нас можно сделать санузел и здесь выгородить спальню. Из-за того, что здесь одно окно, вот такой вот вид и вот такая вот форма самой квартиры, на третьем и на четвертом этаже они одинаковые. Ну, хорошо, хоть нет ригелей, это уже, в принципе, радует. Поэтому... Эта квартира стоит, напомню, 1 250 000 рублей. Если посмотреть чуть побольше площади, давайте посмотрим. В сторону дороги, конечно же, есть вот такая вот интересная квартира. Более-менее она как-то делится, потому что в этой стороне у нас можно расположить санузел, сделать кухню-гостиную и вот здесь как-то выгородить спальню. Здесь вот 36,1 квадратный метр. Вот такой вот она формы. Стоимостью 2 057 000. В эту площадь также входит вот такой вот балкон. Вид на проезжую часть. Шумновато, шумновато. Но для тех, кто привык жить у дороги, возможно, это не пугает. Еще неплохой профиль, такой под цвет тонированных окон. Тоже хоть в этом молодец застройщик. Более-менее хотя бы выглядит он достойно. Также здесь есть вот такая площадь большая. Минус ее то, что вот просто одно окно. Не знаю, как эту площадь можно вообще распланировать. Площадь ее составляет 40,1 квадратный метр. Давайте выйдем на балкон. Здесь балкон тоже вот такой вот треугольной формы. Ну, позволяет здесь посидеть
вечером полюбоваться вот такими видами. Виды здесь действительно классные. Насчет вида не поспоришь. Мы снимали в Молдовке виды тоже, видовые участки. И вот там такие же виды на такие горы были просто потрясающие. Вот для тех, у кого не хватает средств, те, кто боятся вкладываться в стройку, это как один из вариантов. Но также надо учесть, что это далековато от моря в первую очередь. Так, и давайте мы еще одну с вами посмотрим квартиру. Вот это у нас квартира. Такой тоже формы. Неправильной формы, 37 квадратных метров. Вот я вам покажу вот на картинке, как она выглядит. 37 квадратных метров. Так, и балкон сейчас вам покажу. И балкончик. Вот непонятно, что туда можно сунуть, конечно. К сожалению, это у нас квартира стоит 1 811 000. То есть, ну, в принципе, непонятно, как ее можно все-таки распланировать. Будет такая студия, не больше. Здесь доплата за газ 100 тысяч рублей, газовое отопление, напомню. Остальное здесь центральное, это водопровод. И локально очистные сооружения будут. Следующая у нас квартира. Вот такой вот площадью с балконом. 26,2 квадратных метра. Вот такая вот замысловатая площадь. Не знаю, почему застройщик прибегнул с непонятным таким балконом такой формы. 1 550 000 она стоит. Ну, вид неплохой, конечно. Вот, ну, квартиры в сторону дороги не буду показывать, они здесь есть. Так что, в принципе, между третьим и четвертым этажом цены не меняются, только надо смотреть наличие квартир в этом районе. Друзья, в основном частный сектор, то есть многоквартирных домов здесь нету. Поэтому здесь и такая вот цена. Если еще и увидеть, что не очень удачные планировки, то отсюда и ценообразование. Было бы здесь супер дешевое, хорошее предложение, эти бы квартиры еще на этапе строительства были проданы. Так что решать, конечно, вам, но я так думаю, рынок, он сам рассудит, стоящее это предложение или нет. Но на сегодняшний момент это самая дешевая цена сданного дома в Адлере. Рядом здесь вот находится с этим домом автобусная остановка. Друзья, мы с вами побывали в жилом комплексе «Черешня», который находится в Верхневеселом. Если возникают какие-то либо вопросы, пишите, оставляйте комментарии. Всем пока!